всем привет! У нас сегодня в охотника на это винтовка Evonix корейского производителя. Это Evonix Rainstorm SL. Вот такая вот винтовочка, довольно компактная, легкая. Вот, стволик здесь не очень длинный, но винтовка очень мощная. Потому что все, в принципе, винтовки Evonix отличаются своей убойностью. Это конкретно модель в 4,5 калибре. Она позволяет пулю разогнать со скоростью до 380 метров в секунду. А то сейчас скажут, что она слабее Хадсана. Вот. Резервуар здесь небольшой, где-то 330, если не ошибаюсь. Вот. Хватает его на полноценных 45 выстрелов. Магазинчик здесь 10-зарядный, сделан из титана. Их в комплекте два. Взвод у этой винтовки биатлонный. Стандартный, мощная скоба, все надежно. Флажковый предохранитель. Сверху у нас есть ласточкин хвост, планочка. Вы можете установить оптический прицел и поохотиться. Винтовочка легкая, прикладистая. Пойдем заправим винтовку на 150 до 200. Управлять будем, как всегда, нашим суперкомпрессором. Положим удобно. Вот, чего нам потребуется? Конечно же, наш портативный. Вот такой вот универсальный переходник Quick резьба G1/8. Есть там прокладочка у нас черная стоит. Не забудьте ее. Вот. И, соответственно, вот такой штуцер Evonix. Можно завинтить, в принципе, без ключа, как я это делаю, если вы ставите туда прокладку. Вот. Эти квики очень нужны и для компрессоров, и для насосов, потому что, как правило, все шланги сделаны в виде оконцовки Foster, то есть на быстросъеме. Мы так вот вставляем. И защелкиваем. Вот. Иногда бывает это плотно, особенно если изделие новое. Вот. А потом все как бы простенько. Раз. Вот. И потом два. То есть постепенно это все будет у вас очень просто. Вот закручиваем сейчас травочный винт. Подключаем клемму компрессора. Вот уже заработали вентиляторы. Вставляем штуцер. Все у нас, в принципе, готово. Ну и поехали. Отсоединяем. Сразу же воздух. Клемму отключаю, чтобы он не гудел, не мешал. Все, мы стравили и аккуратненько вытаскиваем штуцер. Вот мы штуцер вытащил. Кстати, чтобы колечки на штуцере дольше жили, пользуйтесь густой силиконовой смазкой или чем-то подобным. Смотрите, здесь у нас уже 220 атмосфер. Можете посмотреть на манометр. Заправляли мы со 150, у нас ушло 2,5 минуты где-то. Резервуар здесь не очень большой, 330. Вот. Соответственно, компрессоры в охотника нет, все переходники, все в наличии. Здесь у нас есть такая заглушка. Сейчас я ее отключу. Под ней прячется резьба UNF 1/2, универсальная резьба. На многих винтовках она есть, очень удобная, позволяет установить модератор. Их великое множество у нас в магазине, они представлены более чем в 5 разных вариациях. Трехсоставный, четырехсоставный, пятисоставный. Заказ мы можем сделать любой модератор. Вот. Что еще? Порт заправки здесь у нас как бы скрыт. Мы проворачиваем для соосности вот такую заглушечку и как бы все заправляем. Манометр здесь простенький, находится глубоко, но читаемый. Его ничего не загораживает, как, например, на Evonix Max, где вот такая вот хрень стоит и ничего не видно. Вот. Конкретно эта модель у нас сейчас в магазине уцененная. Я объясняю почему. Эта винтовка абсолютно новая, из нее никто не стрелял ни разу. Вот. Но она, к сожалению, у нас пришла в транспортной компании, ложе сломали. Мы поменяли это ложе от новой винтовки, тоже от Rainstorm, но от немножко другой вариации, других, к сожалению, не было, они сейчас не поставляются. Вот. В принципе,
как бы особо без каких-то нареканий. Единственное, винт немножко смещен у нас. Вот. И, соответственно, вот можно увидеть, винтик у нас смещен. Также у нас не видно заветных 7 джоулей буковки F. Но если вдруг кто спросит, можно будет туда заглянуть и все это увидеть, и все вопросы отпадут. Вот. Рабочее давление у нее 200 бар. Вот. Но заправлять можно до 225 без проблем. Даст большее количество выстрелов. Резервуар здесь мощный, надежный, стальной. Винтовки Иваникс и другие корейские мощные винтовки для охоты и точной стрельбы надо покупать в Охотник.нет, особенно когда на них скидки. Берем.